Внимание! Шайба в игре! Тройка Майорова штурмует ворота. Игра проходила в хорошем темпе и изобиловала сложными комбинациями. Игроки показали высокое мастерство, не считая вратаря, который проявлял полное равнодушие к своим воротам. Эту новую программу увидели зрители в Ивановском цирке. Цирк на льду. Такого аттракциона еще не было. Даже медведи выступают на коньках. Это заслуга молодого дрессировщика Анатолия Майорова. Программа обширна и многообразна. Большинство исполнителей – талантливая молодежь. Выступления первого в мире цирка на льду проходят с успехом.